просыпайтесь. Национальной телерадиокомпании «Чуваши». На нашем канале и на волнах Таван-радио стартовало новое утреннее шоу «Будильники» Ирхис Алам. По будням с 7 до 8 утра ведущие будут обсуждать с интересными гостями актуальные темы, рассказывать о последних новостях, разыгрывать призы, иными словами, создавать хорошее настроение в прямом эфире телевидения. На волнах Таван-радио шоу продолжится до 10 часов. Сегодня впервые наше утреннее шоу «Ирхис Алам» вышло в прямой эфир на национальном телевидении Чувашии. Тут же поступают отзывы положительные наших зрителей, поступают в социальных сетях, ВКонтакте очень активное обсуждение ведется. Все очень довольны, была проделана очень большая работа по подготовке. Все были задействованы и на радио, и на телевидении. Мы очень рады. Вот, будем расти дальше, развиваться. Три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, шоу выходит на чувашском языке. Во вторник, четверг на русском. Просыпайтесь под наши будильники.